Так, друзья, это стационар волонтеров. Есть вот такая вот у нас девочка Алиса. Она с улицы. Значит, ей ампутировали лапочку. Они и посты были. Ну, она еще, конечно, трусишка. Вот здесь вот у нее ампутирована лапка. То есть она, у нее нет одной передней лапки. И что ее ждет, к сожалению, желающих забрать ее, удочерить, взять на передержку, да, пристройства, к сожалению, нет на данный момент. Все забито, все занято, все кучи животных, все волонтеры в куче животных. Никто не хочет ее взять. Может быть, будут желающие помочь малышке, и тяжело будет очень на улице выживать с тремя лапками. Пожалуйста, обратите на нее внимание. Посмотрите, какая чудесная собачка. Посмотрите на нее. Это ж чудо, а не собачка. Да, то Скай. Да, да, Скай тоже подтверждает, что это чудесная собачка. Пожалуйста, обратите внимание. Очень нужна семья. Очень, прям не просто очень, а срочно. Очень нужна семья для этой собачки, Алисы. Пожалуйста, обратите на нее внимание. Удочерите ее, пожалуйста. Может, у кого-то найдется передержка, может быть, у кого-то найдется до пристройства местечко. Даже Скай возмущается, да? Что у подружки Алисы никого нету.